Считанные дни до главного выбора каждого гражданина России. С 15 по 17 марта в стране пройдут выборы президента Российской Федерации. В Химках будут работать 119 избирательных участков. Большинство из них почти готовы. Остаются последние приготовления. Монтаж кабинок, урн для бюллетеней. У нас будет 4 кабины. Также мы будем собирать, до конца еще не собрали, стационарные ящики для голосования. Вот они здесь расположены. А есть переносные ящики для голосования, тоже уже имеются. Помимо специального оборудования, в каждом избирательном участке развешаны информационные стенды. На них можно прочесть краткую информацию о всех кандидатах на пост президента страны. Мы ожидаем порядка 3000 избирателей, готовы к встрече. Как идет подготовка, проверил депутат муниципального совета депутатов Николай Томашов. Он отметил, несмотря на то, что сегодня доступна возможность голосовать дистанционно, тысячи людей предпочитают участвовать в выборах очно. Данный избирательный участок, повторюсь, 3161, СК «Виктория», он располагается в таком вот очень удобном месте, охватывает много домов, и новостройки мы знаем, и вот пересечение там улицы Победы. Это очень такой оживленный избирательный участок. Выборы в России всегда были и остаются для людей событием важным. А в этом году голосование за будущее страны еще и выпадает на масленичную неделю. Мы будем предлагать блины людям. Хочет, возьмет, на выходе уже оставил свой голос. Кроме того, на всех избирательных участках в городском округе будут дежурить медики и сотрудники правоохранительных органов. Комфорт, порядок и безопасность обеспечены. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.